Привет-привет! А сегодня мы поговорим с тобой о такой важной теме, как социофобия. А меня зовут Олеся, и я начинаю. В социофобии стоят три основных чувства. Давай перечислим, какие это чувства. Это стыд. Это страх и тревога. Ну, в чем-то страх, тревога, они похожи. Я сейчас не буду говорить разницу. Ну что, очередной день. Я снова красотка. А у меня здесь всякие творческие штуки, которые я купила для себя. Ну ладно, перейдем к теме социофобии. У меня основная эмоция при сближении — это стыд. Стыд сковывает меня. Мне кажется, что мне нужно спрятаться на свидание. И только не узнай, какая я. Если ты ко мне приблизишься, то ты можешь меня отвергнуть. Вот, наверное, вот такое, да? Если ты узнаешь, какая я, то ты можешь меня отвергнуть. И что я делаю? Что я делаю на свиданиях? Я начинаю. Есть два типа нарциссов, нарциссической травмы. Первый — это нарцисс солнца, как вот это вот солнышко, что-то божественное. А есть тот нарцисс, который снизу, который подстраивается, да, созависимый такой, можно сказать. И я начинаю задавать мужчине вопросы. А какая у тебя работа? А какие у тебя хобби? А какие у тебя интересы? Мне все интересно про тебя знать. Я начинаю как бы вот эта нарциссическая моя часть присоединяться к человеку, чтобы что-то у него как бы забрать вот себе. Ну что? И я, ну получается, я боюсь, что если человек узнает, какая я, то он меня как бы отвергнет. И поэтому, чтобы с этим не сталкиваться, я прихожу к разным видам избегания. Социофобия — это и есть, кстати, избегание. Я начинаю задавать человеку много вопросов о его жизни, жить его жизнью, как Созик. Я начинаю давить в себе гнев и раздражение, если что-то идет не так, если мне что-то не нравится. У меня очень сильно это выражено. Я не проявляю гнев. Вот. Ну что, вернемся к теме социофобии. Возможно, социофобия у тебя от того, что в детстве ты был очень необычным ребенком. Ну, например, как я. Я была необычным ребенком, я играла в песочнице сама по себе, я строила пирамидки, у меня есть сейчас богатая фантазия. Вот. Если, допустим, в паре, вот в этой, как бы, то есть у меня страх именно взрослых мужчин, зависимых мужчин я не боюсь, потому что они ведут себя как ляли, и я начинаю видеть в них какой-то момент братьев, ну, ребенка, братьев, да, и тут, получается, мой страх именно спадает. Вот, ну что, я буду заканчивать. Вот такой вот интересный ролик получился. Буду еще много рассказывать на эту тему. А я Олеся, мне было интересно делиться этой интересной информации.